Доброе и потрясающее утро. Доброе утро, мои дорогие. Какой сегодня замечательный день. Я выспалась и уже чувствую, что у меня будет замечательный день. Сейчас приезжает моя подруга Кристи. Она уже через час будет у меня. Она прилетела, приземлилась в Анталию. В данный момент она находится в трансфере. Все в порядке. Все в порядке, спасибо зарядке. Я сняла постельное белье. Состерну его, застелила пледиком, подушку, наволочку с подушки антистресс тоже сняла. В общем, так, надо крем убрать. Зачем его убирать? Ножки вечером мажу, ступочки. Доброе утро, мои хорошие. Постельное белье уже протрясла. Так. Подушки уже сушиться положила. Вчера полы намывала. А вон. Мой друган машину моет, колеса натирает. Вчера помыла пол на балконе, на полу. А вот здесь вот пол помыла, в салоне. Слушайте, вчера так много сделала. Осталось мне, ну вот постельное белье сейчас постираю. Так, постельное белье. И у меня осталась душевая кабинка. Я ее уже залила раствором чистящим. И так, там надо мне аккуратно свернуть тряпочку. Так. Тряпочку свернула, так надо волосы забрать. Надо постельное белье поставить стирать. На 15 минутку надо помыть душевую кабину. И все, скоро приедет Кристи. Какая она уставшая, не уставшая. У нее ночной перелет, наверное, уставшая. Надо бы, наверное, расстелить диван. Но если она захочет поспать, конечно же, сразу же расстелю. У меня постельное белье чистое есть. Подушка, подушки есть, все есть. Скорее всего, она захочет в душ. Еще даже лифчик не надела. Так. Белая тужурочка, ее надо постирать до отъезда в Мерсин. Потому что я планирую ее с собой взять. Вроде как 29 числа мы должны быть на яхте у Ирины на день рождения. Посмотрим. Может быть, что-то изменилось, я не знаю, я не разговаривала. Но вроде как на яхте. Сначала я начала наносить на душевую кабину вот это вот средство. Потом поняла, что это средство вообще с известью, с известковым камнем не сравнится. Оно вот только для зеркал. Только для зеркал исключительно. Душевую кабину нужно брать другим средством абсолютно. Сейчас покажу. Кто в Турции, знаете, что оно прям мощное. Не, вот знаете, утро настоящей женщины начинается с как его, с уборки. Вот. У меня уже на стену оно нанесено. Вот по принципу, вот по такому. Это стекло, смотрите, второй раз нанесу и утро. Оно уже где-то взялось, вот стекло стало чище. Я даже еще не растирала, просто вот его нанесла, оно уже стало чище. Так, и стены тоже, да, ванной. Есть, конечно же, у него определенный запах. Чуть-чуть постоит. Конечно, это же такая фимоза, это вообще. Но оно помогает. А потом берешь, просто вот так вот вытираешь и все. Просто вот запоминайте, вот это вот средство продается везде. Продается в Росмане, продается в Айсбир продается. Стоит недорого, вообще недорого. Учитывая то, что я это уже второй раз наношу, мне нужно просто вытереть сейчас. Смывать не буду.
как будет стоять. Кристи приедет и потом сама залезет в душ и смоет. Знаете, значительно чище. А вот телефон снимает это высоко и ни хера не видно вам. Как тут я страдаю, как тут я убираюсь. Ну вообще, чтобы была такая качественная съемка, конечно же, нужен оператор. По-другому никак. По-другому никак. Ноги разъезжаются. Еще первый раз, когда она несла средство, оно было на пол скатилось. Оно высохнет, разводов не будет. Тут это насчет этого стабильно все. Это уже проверено. Хорошо будет смотреться. Шары сама себе его на это. Знаете, значительно чище становится. Я не знаю, как это видно на камеру, но я вот глазами смотрю. Значительно чище. Прям известковый налет, он убирается. Хорошее средство, проверено. Из бюджетных. Очень проверено. Кофе попью вместе с Кристи. Надо бы в магазин, наверное, спуститься. Осталось низ протереть, и все. И все, мои хорошие, и все. И будем считать, что душевая кабинка чиста. Чтобы убрать весь этот камень, который известковый. Все. Посмотри, какая молодец. Посмотри, душевая кабинка сверкает. Сверкает. Сейчас оставлю пол, протру и все. Потом эту тряпку прополощу и на балкон повешу. Повешу. Как правильно, напишите. Так, все, и пол сверкает. Пол сверкает. Смывать не буду, потому что пускай останется еще. Кристи зайдет и смоет сама. Ну, вернее, неправильно я сказала. Перед тем, как Кристи зайти в душ, я зайду и смою. Все. Душевая кабинка подготовлена. Класс. А сейчас мне нужно самой помыть руки, потому что все пахнет хлоркой. Ты прям довольна собой. Я прям горжусь. Сделаешь какое-нибудь маленькое дело, а уже горда собой. Уже горда. Раковину помыла. Все. Красота. Белье. Развесил. Представляете? У меня опять минералка закончилась. 6 бутылок было. 6. Шестая. Я вчера ее допила. 6-я бутылка. Это вообще. Надо спуститься, купить.
Смотрите, у меня какая аллергия на ноги. Это просто невероятно. Гляньте. Это на чистящее средство, что ли? Что это такое? Это пиздец какой-то. Гляньте, что у меня есть. Телефон. Сейчас покажу. Вчера забрала у одной женщины, с той, которой должна была встретиться. Она живет в Америке. Меня тоже знает по моим видео. Это телефон для Фаридуши. Я отдала за него 1800 долларов. Фаридуша мне потом отдаст айфон. В фирменном магазине куплен. И тут еще, так как Фаридуша, она, так как она это, выбражуля, ей нужно, чтобы все сверкало. Вот еще два чехла. Вот еще два чехла. Вот такие вот дела. Телефон повезу в Мерси. Класс, да? Машинка достирала. Надо развешивать белье. Но я сейчас хочу, вдруг это у меня чистящее средство, ожог. Это 100% на него. Мне надо смыть, потому что, не дай бог, Кристи еще уделается в нем. И свою ногу вымою. Уже чисто. Сейчас я все оболью водой, потому что, не дай бог, Кристи тоже. Но это на него, больше не на чего, больше не на что. У меня с утра было все в порядке. Я ничего не ела, ничего не пила. То есть это 100% на это чистящее средство. В общем, будьте аккуратны, если вы будете им пользоваться. Оно помогает, безусловно, но будьте аккуратны. Так. Вы знаете, кто пользуется? Тенезлички. Те, которые сдают, те, которые прибираются дома. О, видите, как чистенько это скатывается водичка. И запах уйдет. Как раз Кристи доедет, и запах уйдет. У меня дома есть арбузик. Есть сыр. На завтрак вполне хватит. Есть сыр, маслины. Лью прям на ногу, прям вот обильно лью холодной водой. Здесь тоже чуть-чуть. Да. Ну, Инна. Наделала, блядь, делов. Еще советую такой рекомендатель, блядь. Ну, знаете, у меня такого никогда не было. Я же им пользуюсь давно. Это, видимо, из-за того, что я начала проходить им второй раз. Вот я думаю, что я это превысила дозу, вот ту, которую, та, которая вот возможно допустимую. Я думаю, что так. Так, это мы отключим, это мы откроем. Душевая кабинка пускай просыхает. Я пойду выкурю сигарету, возьму телефон свой. О. Сейчас пройдет у меня. 11:31. Мама. Какая-то муха маленькая. Что-то опять нажала, не знаю, что. Позвонила Судакову, только что сегодня со мной деньги в квартиру. Да и... Мама голосовое сообщение прислала. С отцом сейчас пойдут в мою квартиру. Обои переклеить. О, зажигалка там, господи. Просто знаете, что странно? Кристи Мариусу позвонила, сказала, что она приземлилась, а она, может, позвонила ему на эстонский номер. Может быть. Я Кристи сказала свой номер турецкого телефона.
Я говорю, если что, это ты мне позвони, возьми у водителя телефон, они дают. Если что, мне позвони, я тебя выйду встречу. Она говорит, ну у меня есть евро рассчитаться. Я там бутылка минеральная, пустая. Сейчас спущусь в магазин, вынесу мусор, возьму минералки. А Кристи буду встречать кофе, сыром, хлебушком, арбузиком, оливками, маслинами. Все. И она, наверное, ляжет спать. Я не знаю, она мне вчера говорила, нет, мы с тобой сразу же займемся делами, сходим на автовокзал, купим билет, чтобы сообщить Мариусу время прибытия. Сегодня хотим билеты купить. А, чтобы сообщить Мариусу время прибытия, нужно разменять деньги, там то, все, пятое, десятое. Я говорю, Кристи, мы будем отталкиваться от твоего самочувствия. У тебя был ночной перелет. А может быть сейчас вот, сегодня вот не очень жарко, это хорошо. Смотрите, сколько у меня пробок. Это шампанское, это вино я выпила в этой квартире. Все, это разве много за 2 года? Ну, помимо этого, конечно, были еще спиртные напитки. Это я не спорю. Но шампанское и вино это все пробки. Тем более я не одна пила. Сейчас. Надо же, такой ожог, да, получила? Надо, вот это надо же. Надо белье развешивать. Кристи должна приехать из с той стороны. Вот такие вот сладости у меня есть. Сладости, вот такие вот, кофе, сыр, вот такой вот, арбузик холодный, очень сладкий, авокадо есть, лимон есть. Сейчас все сделаем, завтрак приготовим, все будет нормально. А в магазин еще зайду, куплю яйца. Пошла развешивать белье, вам желаю доброго дня.